Офигеть! У нас, друзья, крыло оторвалось! Нет! Смотрите, друзья, как они радуются, то, что они выжили. Ребята, всем привет! С вами, как обычно, Слайк Маст. Я, друзья, сегодня продолжаю играть в BrickX вместе со своими подписчиками. У нас, друзья, сегодня будет новая серия LEGO Авиакатастроф. Посмотрите, друзья, какой у нас есть офигенный вот такой вот военный немецкий самолет времен Второй мировой войны, четырехвинтовой. Ну и, друзья, наши сегодняшние пассажиры уже готовы умирать, точнее выживать. Окей, пацаны, давайте начнем. Все, давайте, все быстренько, садитесь, садитесь. Мы, друзья, начинаем. Быстро, 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 быстро. Вроде все уселись. Все, пацаны, полетели. Ну и, конечно же, друзья, у нас сегодня будут наши авиакатастрофы в новом городе Бриксвилл. Ну, точнее, на новой карте Бриксвилл, да? Все, друзья, мы взлетаем. Самолет просто офигенный. Во-первых, выглядит очень-очень, друзья, круто, да, очень эпично. И плюс он, друзья, достаточно большой. Посмотрите на его размерчики. Ну и, друзья, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оу! Серьезно, что у нас, друзья, произошло? У нас, кажется, друзья, что-то там с левым крылом происходит. Ё-моё! Нет, надо, друзья, быстрее сажать самолет. Ой-ой-ой, так, кто-то выпрыгнул. Зачем кто-то выпрыгнул? Кто там, друзья, выпрыгнул на ходу? Ой, мы падаем. Давайте, друзья, в поле приземлимся, блин, я умер. Пацаны, все как бы, я вывалился из самолета. Спасайтесь, кто выживет? Кто выживет? Кто выживет? Прыгайте, прыгайте из самолета, быстрее, пока не умерли. Кроме, друзья, получается, меня еще нескольких человек, по сути, никто и не умер. Большинство, друзья, людей выжило. Все, друзья, мы заходим на посадочку. Мы летим, друзья, в новый город осмотреть его. Сказали, тут, типа, новый город построили. Вот, друзья, мы его сегодня прилетели на него посмотреть. Оу, друзья, у нас что-то происходит. И мы начинаем просто падать. Ё-моё. Так, друзья, давайте сейчас попытаюсь посадить наш самолет. Ай-яй-яй. Мэйды, мэйды, мы падаем. У меня минус крыло. У нас, друзья, крыло просто оторвалось. Оу. Так-так-так, давайте, срочно все выпрыгивайте. Выпрыгивайте. Мы вроде, кстати, все выжили, да? Вообще, друзья, просто без потерь. А нет, друзья, все-таки двоих нечаянно задело винтом. Смотрите, они там выпрыгивали, и нечаянно их, друзья, на винт намотало. Ну, бывает, бывает. Так, ну, вроде да, друзья, большинство выжило. Посмотрите, что, друзья, у нас с самолетом. Реально просто катастрофические повреждения. Просто, друзья, у самолета крыло отвалилось. Все, друзья, мы снова взлетаем. Мы видели только что, что, друзья, с этим самолетом случилось. У него просто, друзья, крыло отвалилось. Так, давайте мы сейчас взлетим. Ну и снова попытаемся выжить. Самолет реально, друзья, просто офигенный. Кстати, давайте в этот раз реально прям высоко-высоко, друзья, взлетим. Высоко-высоко, смотрите, очень-очень, друзья, сейчас мы высоко взлетим. Ой, друзья, немножко нам не хватает мощности двигателей. Так-так-так, нормально вроде все. Друзья, давайте все выше и выше. Уже, кстати, высота 300 метров, неплохо так. Еще давайте мы выше взлетим. Да, вы хоть теперь наконец-то отдохнете, да-да-да-да. Так, взлетаем, и все, друзья, давайте сейчас 500 метров, набираем 500 метров, друзья, и просто летим на нашу цель. Вот, все, нормально, 500 метров в самый раз. Воу, в смысле, что у нас, друзья, происходит? Так, срочно, срочно, мэйды, мэйды, у нас что-то загорелось, мы просто падаем. Офигеть, нет. Пацаны, главное, держитесь, не выпрыгивайте из самолета. Блин, друзья, мы прям в город падаем, давайте вот там вот его где-нибудь на поле приземлим. Так, быстрее, быстрее, быстрее. У нас, друзья, сейчас крыло отвалится. Оу, кто там выпрыгнул? Чувак выпрыгнул. Холли, зачем? Ну, в принципе, нормально. Зато все, друзья, спаслись. Он прямо видели, как своей просто огромной задницей целый самолет, получается, остановил. Реально, друзья, было жестко. Друзья, посмотрите, мы на какой высоте, сейчас скажу. Мы, друзья, почти на 2000 метров. Ё-моё. И все, друзья, просто сразу так вот вниз мы пикируем. Оу, у нас, друзья, что-то происходит. Левое крыло загорается, мы, друзья, начинаем падать. Воу, еще и самолет, смотрите, друзья, просто в штопор закрутило. Мы, друзья, начинаем падать. Так-так-так, я пытаюсь, друзья, вырулить. Офигеть, что происходит? Нет, я, кстати, реально самолетом не могу управлять. Что мы делаем, что мы, друзья, вообще... А что происходит? Оу, так, летим, летим, еще, друзья, летим. Давайте мы реально самолет кто-нибудь на поле приземлим. Так-так-так, пацаны, держитесь там, главное. Сейчас все будет нормально. Ой-ой-ой-ой, мы еще, друзья, и врезались в домик. Тихо-тихо, никому не выпрыгивать. Нет, у нас минус крыло. Ой, двигатели, кстати, друзья, заглючили. И я вообще не знаю, что делать. Самолет просто вперед едет. А, все, нормально, нормально, нормально. Выпрыгивайте, срочно. Срочно все выпрыгивайте. Ну что, неплохо так получилось. Окей, друзья, давайте мы теперь устроим аварию уже на другом самолете. Друзья, мы, короче, поменяли теперь самолет. Будет у нас еще вот такой вот один военный самолет, двухвинтовой. Полетели. Самолет, друзья, достаточно интересный. Мы его, кстати, уже использовали в предыдущих авиакатастрофах, в высадке десанта, ну и там в других роликах. Потому что, друзья, самолет реально очень крутой, очень практичный и очень-очень вообще офигенный. Так, все, друзья, летим. Ну и все как обычно, друзья, по стандарту. Воу, в смысле?
Я, кстати, реально, друзья, теряю управление, у нас, друзья, отрывается крыло. Офигеть. Все, друзья, мы падаем. У нас даже перестают двигатели работать. Оу! Так, пацаны, пока не выпрыгиваем, блин, я умер. Все, выпрыгивайте, срочно выпрыгивайте. Неужели, друзья, там никто не выжил? Не, один чувак там выжил. Чувак, выпрыгивай быстрее. Друзья, единственный выживший, вы понимаете? Единственный. Молодец, чувак, то, что выжил. Реально, друзья, было очень жестко. Друзья, вы видели только что, какая была эпичная авария? Давайте мы сейчас ее еще раз, друзья, повторим. Только полетим в этот раз немножко по другому маршруту. Давайте мы сначала, друзья, полетим на деревню. Там повернем налево, наберем немножко высоту. И после чего, друзья, мы только будем лететь над городом. Как раз такой вот неплохой маршрут. Мы, друзья, этот самолет сейчас как раз облетаем. Посмотрим, хороший он или нет. Типа мы его впервые только взяли. Давайте представим. Так, вот здесь, друзья, мы просто поворачиваем налево. Набираем высоту. Все выше, 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 выше. Опа-на. Все, друзья, просто замечательно. Смотрите. Все, друзья, летим в другой город. Нам нужно пролететь на нашим Бриксвиллом. И, друзья, все будет сейчас просто хорошо. В смысле хорошо? У нас, друзья, начинается какой-то пожар в левом двигателе. Воу! Мы, друзья, сразу же просто теряем управление. Так, так, так. Все, я его сейчас, друзья, прям и сажу. Сажу самолет, друзья, прям в поле. Ой-ой-ой-ой. Воу! Так, вылазьте. Блин, я умер. Блин, друзья, я снова умер. Пацаны, быстрее вылазьте. Серьезно? Никто, друзья, в этот раз не выжил, вы понимаете? Настолько, друзья, этот самолет жестко горит, он просто за секунду весь начинает полыхать. От кончика носа, да, до хвоста, друзья. Просто вот полностью, моментально, за пару секунд он, друзья, начинает гореть, и все-все-все в нем погибли. Друзья, короче, этот самолет, я понял, он как только начинает гореть, как только, друзья, его примерно на 50% обхватывает огонь, он, друзья, просто моментально теряет управление, у него, друзья, перестают работать двигатели, хотя при этом как бы они, друзья, в рабочем состоянии. И он, друзья, просто моментально сгорает. Короче, как-то примерно вот так вот. Так, пацаны, никому не покидать самолет до моей команды. Никому. Вообще, всем сидеть в самолете. Потому что, друзья, этот полет уже точно будет стопроцентно без никаких происшествий, да, без всяких там катастроф. Ё-моё! Офигеть! У нас, друзья, крыло оторвалось. Нет! Воу! Оу! Так, всем быть в самолете, никому не выпрыгивать. По-моему, уже, друзья, там некому больше выпрыгивать. Реально, посмотрите. Да, друзья, просто все погибли. Вот последняя троица вместе со мной, которые, друзья, выжили. И просто, друзья, все-все-все они и погибли. Все, друзья, снова мы взлетаем. Вы только что видели вообще, друзья, что там нереальное просто что-то произошло. У меня оторвалось крыло. Мы упали, еще и взорвались. И, друзья, просто никто даже не выжил. Давайте, друзья, да, в этот раз мы точно уже попытаемся без происшествий, без никаких полететь в другой город. И, друзья, чтобы у нас все-все-все пассажиры, конечно же, выжили. А то как-то странно, да, какой-то, друзья, у нас странный авиарейс, постоянно все-все-все погибают. Окей, друзья, давайте полетим над вот этими высокими небоскребами. Мы еще, друзья, ни разу над ними не летали. Оу! Офигеть! Друзья, я реально потерял снова управление. Ой-ой-ой-ой. Оу! Ай, блин, все, друзья, я вывалился из самолета. Ой-ой-ой-ой, смотрите, друзья, что с самолетом. Он еще и бомбанул там внутри. Нет, друзья, снова никто не выжил, просто все умерли. Офигеть. Все, друзья, мы теперь взяли другой уже самолет, потому что что-то тот синий постоянно взрывается и взрывается. Давайте мы теперь, друзья, полетим на зеленом вот таком вот самолете военном. Все, друзья, мы взлетаем, сейчас будет все просто отлично, я вам гарантирую. Это, друзья, самый-самый надежный самолет в нашем лего-мире. Все, друзья, полетели, вроде все хорошо. Кстати, там, друзья, просто прекрасные виды из окна сейчас наблюдают пассажиры, да, которые летят в этом самолете. Ну, друзья, точно в этот раз ничего не произойдет. В смысле? Что там, друзья, с правым теперь двигателем? У нас, друзья, постоянно что-то в предыдущий раз было с левым двигателем. Теперь, друзья, на этом самолете с правым двигателем. Нет, мы, друзья, падаем. Офигеть, ё-моё. Так, 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 пока вроде все еще живы, нет. Нет, друзья, по-моему, снова там никто не выжил. Офигеть. Так, выпрыгивайте, срочно выпрыгивайте. Так, друзья, всего два человека выжило. А нет, три всего, друзья, человека выжило. Из самолета. Вот они. Это, друзья, Профлэнкер, Форикс и Эйсиан. Остальные, друзья, просто погибли. Я не знаю, вот Артем, возможно, он уже поднялся, да? А может и нет. Ну, короче, они, друзья, выжили. Посмотрите, насколько они, друзья, рады, да, пацаны, вы рады? Смотрите, друзья, как они радуются, то, что они выжили. Просто жесть. Вроде все хорошо, видите, мы взлетели, самолет, кстати, проверили. У него там никаких, вроде, неполадок нету. Короче, все, друзья, просто замечательно. В смысле? Что это такое? Друзья, кажется, мы падаем. Нет, мы загорелись. Нет. Оу. Все, друзья, двигатель отказался. Нет. Оу. Срочно выпрыгивайте из самолета. Он уже неуправляемый.
прыгайте. Ой, все, друзья. Пум, никто не выжил. А, нет. Нет, да, никто не выжил. Все, что ли, серьезно? Все умерли? Да, друзья, смотрите, просто он внутри пустой. Все, друзья, погибли. Вроде да, все, давайте осмотримся. Да, друзья, вы видите, ни одной живой души. Ну что, друзья, последний сейчас пассажир усядется. Мы, друзья, теперь взлетаем с запасной полосы. Давайте, да, друзья, взлетим, кстати, впервые с этого аэропорта на самолете. Мы только, друзья, с этого аэропорта на вертолетах вроде только взлетали, да. Теперь, друзья, еще и на самолете сможем теперь взлетать. Воу! Теперь же, друзья, у нас на новой карте целых два аэродрома. Так, что нам нужно, друзья, сделать? Просто перевести этот весь народ из одного аэропорта в другой. В принципе, друзья, задача очень-очень простая, реально очень-очень легкая. Но, друзья, у нас что-то снова произошло с двигателем. Мы, друзья, падаем, о нет. Так, пацаны, готовьтесь, готовьтесь. Экстренная посадочка. Будет очень-очень немягко. Ой-ой-ой, пацаны. Оу, все. Оу, блин, я погиб. Срочно выпрыгивайте, выпрыгивайте с самолета, кто там выжил. А, друзья, там снова никто не выжил. А нет, кто-то выжил, кто-то выжил. Он, друзья, летит вниз, смотрите. Оу. Все, друзья, он погиб. Офигеть. Надо было все-таки, чувак, наверное, в самолете сидеть. Может, небольшой бы хотя бы шанс и был бы выжить. Все, друзья, последние пассажиры усаживаются. Так, один что-то пассажир даже, друзья, не хочет садиться. Давай быстрее, мы тебя ждем, садись. Давай, 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 садись, чувак. Или он не хочет? Он не хочет, друзья, походу погибнуть. На счет 3 мы просто, друзья, взлетаем. Так, 3, 2, 1. Все, друзья, полетели. Так, аккуратненько. Сегодня, смотрите, друзья, какой хороший день. Мы сейчас, друзья, должны этот весь народ просто перевести с одного аэропорта в другой. Я думаю, ничего сегодня не случится плохого. Так, да, кстати, друзья, мы сначала летим в деревню, и оттуда только мы делаем заход на наш аэропорт. Все, друзья, хорошо, смотрите, самолет проверили, никаких в нем там всяких неполадочек нету, вроде все хорошо. Ничего в нем там не поломалось, все, что поломалось, уже починили. Так, все, друзья, быстренько снижаемся. Так, 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 давай, самолетик. Друзья, просто идеально, смотрите. Просто все перфектно. О, в смысле? Друзья, прям перед самой землей у нас, друзья, загорается правый двигатель. Тихо, тихо. Все, друзья, сажаем самолет. Так, пацаны, ждем, ждем, ждем. А, я умер, блин, выпрыгивайте срочно. Ай, друзья, по-моему, там снова никто не выживет. О, нет, смотрите, друзья, один смог выжить. Нет, нет, друзья, он не смог выжить. Он упал слишком с большой высоты. Вы серьезно? Друзья, вы понимаете, у нас в этот раз пожар начался прям перед самой землей. Все равно, друзья, никто не выжил. А нет, все-таки вот один, друзья, выжил, да, 4X. 4X, нажми Ctrl-R, а тут у меня на заднице сидишь. И попрыгай, типа ты рад. Где ты, куда ты делся? Вот он, смотрите. Вот, друзья, он очень рад, то, что он выжил. Друзья, последний пассажир, он опаздывает на самолет. У него, друзья, всего остается 5 секунд. 5, 4, 3. Я уже, друзья, начинаю прогревать двигатели. 2. Так, давай, чувак, быстрее, мы уже начинаем взлетать. Все, мы полетели. Давай, давай. Давай, давай, быстрее. 3, 2, 1. Все, мы полетели, значит, без него. Нет, друзья, он все-таки успел. Так, все, друзья, взлетаем. Сейчас, опять же, давайте перевезем этих пассажиров. Это уже новая партия. Так. Ой, друзья, что-то у нас заклинило. Офигеть, вы это видели? Мы что-то себе, друзья, шасси не поломали. Окей. Все, друзья, летим. Аэропорт буквально вот здесь вот, друзья, за городом, за горами, так что я думаю, в принципе, ничего сложного перевести этот весь народ, да, и я думаю, в принципе, ничего даже опасного. Все, сейчас, друзья, просто мы идеально сделаем, вот, смотрите, куда мы сейчас летим. Все, друзья, заходим на посадочку, так, тихо, 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 мы, друзья, почему-то начинаем терять управление, нет, оу! Друзья, что-то там у нас взрывается, офигеть, срочно покидайте этот самолет, покидайте его быстрее, отходите от него, он, друзья, начинает гореть. Кто выжил? Кто выжил? Оу! Смотрите, друзья, этот чувак уже отбежал, но он, друзья, загорелся. Из-за этого, в принципе, он не смог спастись. Так, вот эти вот двое или трое выжило. Все, друзья, мы летим в наш прекрасный новый город. Пока что ничего не предвещает беды. Но, друзья, что-то у нас уже происходит. Смотрите, друзья, мы просто горим. Нам придется, друзья, сейчас сесть, потому что, друзья, у нас горит правое крыло. Офигеть! Оу-оу! Что, друзья, происходит с самолетом? Так, пацаны, готовьтесь выпрыгивать. На счет 3. Так. 3, 2, 1, я выпрыгнул. Оу. Кто выжил, кто выжил? Я, друзья, просто на всем ходу выпрыгнул. Я смог, кстати, пережить эту аварию. Правда, я там немножко ударился, но, в принципе, в этом ничего страшного. Получается, друзья, никто не выжил, посмотрите. Просто жесть.
Смотрите, друзья, просто все умерли. Просто жесть. Ты тоже умер. Ну что, друзья, в принципе, на этом все. Это, кстати, одна из ваших самых любимых рубрик — Лего Авиакатастрофы в Брикрикс. Так что, друзья, обязательно ставьте лайки. Обязательно, друзья, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, раз вы подписались, чтобы вам, друзья, приходили уведомления, когда я, друзья, буду выпускать новые ролики. У нас, друзья, что-то происходит с нашим самолетом снова. О, нет! Оу! Так, все, друзья, я сажаю самолет. Нет, друзья, я выпрыгнул из него. А, я умер! Оу! Всем, друзья, пока-пока-пока-пока.